Решил? Давай немножко Лёши подождем. Чуть-чуть Лёши подождем. Он что-то себе... О, едет уже, мы шли. Только не так быстро. По чуть-чуть, потихонечку. Ты крутяк. Видела, какой Лёша? Светлячок. Разгоняйся, Мария, что тут темновато. Аккуратно, не разгоняйся, тут темновато, чтобы не впиляться. А, ну Лёша сейчас светит, видишь, всем. Давайте по набережной, может. Тут, да, тут безопаснее. Мне так кажется. И освещение получше. Можно я пофоткаю чуть-чуть, так красиво? Я почти никогда в такое время тут не бываю. Ладно, в другой раз.
Леша предлагает направо. Хочешь, Мариш? Леша, Мариш хочет сюда. Там, кстати, вот этот отрезок хорошо ехать, а потом брусчатка не очень. Я тут много раз езжу, потому что на радио сюда. Пойдешь на тусовку, Лёх? Чего?